Умные часы хотят надеть на подотчетных службы пробации. Речь идет об осужденных, отбывающих наказание на воле. Прокуратура Кустаная впервые по стране выступила с инициативой заменить ножные браслеты на наручные. Для этого у Акимата они запросили 228 миллионов тенге. Всего в прокуратуре планируют закупить 500 наручных смарт-часов стоимостью 300 тысяч тенге за штуку. Благодаря приложению в режиме онлайн сотрудники пробации смогут следить за осужденными, которые вышли досрочно или отбывают наказание условно. Устройство будет сразу сигнализировать о нарушениях, если, к примеру, подотчетный выехал за пределы города, снял часы или же покинул дом после 22:00. Браслет на ногу не совсем удобен, говорят специалисты. Они натирают ногу. Непосредственно громоздкие, длительная зарядка. И сама емкость батареи, она хватает на всего лишь на 8-12 часов. То есть на практике это немного неудобно в том плане, когда подотчетный ложится, к примеру, спать, у него в период режима сна эти устройства разряжаются.